Привет, Фурманов! А? Глуховатый чуток? Привет, говорю! А-а-а! Смотри, Петька, он, наверное, дар речи потерял после вчерашнего. А, это вы, товарищ Чапаев. Ты что, Фурманов, как не свой? Не допил или переспал? Да я это... Чудной ты какой-то! Как дела на фронтах политподготовки? Все идет по плану. По какому плану? У нас плана и в помине нет. У вас нет, а у нас есть. У кого это у нас? Ой, я имел в виду у меня. Зря ты так, Фурманов. В следующий раз выражайся поточнее. Значит, ты знаешь, где план достать? Нет. Для боевых товарищей жалеешь? Не, мне не жалко. Просто нету. Да ладно, явно тебя жаба задушила. Почему жаба? Во-первых, жаба меня не задушила, потому что я жив. Это в корне опровергает ваше утверждение. Во-вторых, жаба вообще не может меня задушить, потому что она маленькое зеленое существо, питается примитивными насекомыми и чисто физически не может причинить человеку вред в виде стриангуляции. План! Ишь ты! А похмеляться-то лучше водкой! Да? Не знал. Учту. Ну-ну. Наш добрый терминатор. Каждый хочет быть похожим на него. Звезда буржуйской эстрады Мадонна. Тайная революционерка. Ее бабушка поддерживала революцию во Франции. Морально. Что, очень понравился? Оставь, мы еще за ним посидим, поговорим. Это мы оставим на случай крутых разборок. Что делать-то теперь будем? Что делать, что делать? Ничего не делать. Так, Фурманов. За ничего не делать можно и на губу посадить. А как вы меня на губу посадите? Ваша губа маленькая, я на ней не удержусь и упаду. Мне будет больно, вам будет неприятно. А потом сажать человека на свою губу, это же не гигиенично. Для этого есть стул, скамейка, табуретка, кресло, наконец, но никак уж не на губу. Наконец? Да ты что, обалдел? Ну, Фурманов, ну ты пошляк. Как это ничего? А как же наша гордость? Знамя! Знамя? Понимаете, Василий Иванович, это сделать не так-то легко. Необходимо приложить значительные усилия. Потенция человечества должна быть чрезвычайно высокой. Ну и трепло же ты, Фурманов. Сказал бы лучше, что нам теперь делать. Где знамя искать? Знамя. Наверняка это... Если его похитили, наверняка подальше унесли. В общем, на той стороне ищите. Да там же беляки. Во-во, беляки. Они и похитили. Понятно. Смотри, солнышко на улице, а ты вон какой мрачный. Почему мрачный? Мрачный — не очень хорошее слово для отображения моего внутреннего состояния.
Лучше было бы сказать задумчивый. Нет, ты мрачный. И вообще не похоже, что ты думаешь. Да? Не знал. Учту. Может, тебе опохмелиться надо? Может, надо, а может, нет. Не знаю. Что-то ты ничего не знаешь. Я знаю очень много, но вы задаете неточные вопросы. Если вы формулировали свои мысли в более понятном для меня ключе, создавая при этом четкие и однозначные смысловые конструкции, я бы с удовольствием удовлетворил вашу потребность в знаниях. Совсем упился. Что делать? Что? Не... Интересно, что у Фурманова в подвале? Люк привинчен гвоздями. Взять его не представляется возможным. Это весла Фурманова. Но у него нет лодки. А весла – необходимая вещь для похода за красным знаменем. Делаем вывод. Нам они нужны больше? Совершенно верно. Вот только... Послушай, Петька, а не получается, что мы их воруем? Ну что вы, Василий Иванович, конечно нет! Хм, ну тогда ладно. Фурманова застать врасплох не удастся. Я стрелять во все подряд не намерен. Тем более, что пистолет сейчас не заряжен. Крошка сын к отцу пришел и спросила кроха: Ленин, это хорошо? Да, сынок, неплохо. А вообще-то она ничего. Я не могу использовать это. Вон видна наша банька. Хорош вид, не правда ли, Василий Иванович?
Что я могу сказать, Петр? Хорош! Такой маленький, а уже пионер? Пионер – это состояние души. Гордое звание пионер имеет право носить каждый достойный, независимо от возраста, пола и цвета кожи. Хотите, мы и вас возьмем в пионеры? Спасибо, но мы уже коммунисты! А сейчас вы куда? Мы нашли рядом с магазином странную зеленую баночку. Только для опознания. Молодцы, ребята! Может, а мы уж? Я бы с... что ты сам ее Фурманову отнес. Ну нет, пионеры никогда не обманывают старших. Никогда-никогда. А если мы тебе взамен настоящую банку дадим? Настоящую? Ну тогда, конечно. Давайте сюда вашу банку. Возьмем табличку, сколько людей заблудится. Здорово, матрос! Здорово! Ты как здесь оказался? Дезертир, что ли? Да какой там дезертир? От крейсера я отстал, а? Стоял себе на вахте, да задремал чуток. А тут волна громадная, с 20-этажный дом, вах! А может, все-таки с 2-этажный? Нет, минимум с 5. Так вот я не успел и глаза моргнуть, меня за борт, а там акули. А ты, во! Зубище как сабли! Ну, думаю, помирать так с музыкой. Достал я из-за пазухи корти и к ним. Штук 10 я своим именным кортиком сразу да допустил, а последняя на утек. А я за ней, она от меня. Я ее к берегу гоню, а она в реку. Хотела от меня на мелководье спрятаться, но тут не икраюк. В общем, я ее с того берега матом в камыш загнал. А когда сюда перебрался, смотрю, не дышит, зараза. Разрежь сердце. Во как, а? Значит, не дезертир, говоришь? Ну-ну, а где ж твоя акула? Не веришь? Не надо. Сердце-то я у нее сразу вырвал и съел. Ты же сказал, что у нее разрыв сердца. Ну да, так я по кускам. Понятно. А все остальное куда дел? А чем я тут все это время питался, по-вашему? Кар, носками! Это ты носками, а я суп варю из акульих плавников. Угостишь? Бах, не могу, а? Да ты не только дезертир и врун, ты еще и жадина, Кар! Надоело, зараза! Отстанешь ты от меня когда-нибудь или нет? Ты лучше за носками своими следи. Сгорят ведь. Пугала на тебя нет. Как здесь сладить, ума не приложу. Видите, что творит, а? Скажи спасибо, что не заклевала еще. Не
необычное барбекю. Судя по запаху, процесс готовки начался не так давно. Я бы сказал, что они попахивают, но на самом деле они воняют. А чего это ты тут выращиваешь? Я такое дело, табачок люблю крепкий. Не какую-нибудь фигню. Вот грядку самосада посадил. А эта вредительница все повыдергивать пытается. Сама ведь не курит, что пристает, непонятно. Табачком не поделишься? Не, мужики, то, что угодно вам отдам. Последнюю тельняшку не пожалею. Но табачок самое для меня дорогое. Сам грядку капал, сам сеял, сам поливал. Сам растил, сам охраняю. А тут еще это напасть. Уже неделю не сплю, табачок охраняю. А она! Замолчал бы уж, жадина! Вот если вы меня от этой вороны, проклятой, избавили, тогда другое дело. Счастливо оставь. Не будем оставлять его совсем безоружным перед лицом такой опасности. Пусть порастет пока. А ну, брысь отсюда! Симпатичный табачный кустик. Настоящий самосад. Да что я вам, лесоруб, что ли? Значит так, Анка, слушай мой приказ. Раздевайся! Это зачем еще? Твоя одежда нужна нам, чтобы пробраться на сторону белых. А что вам на стороне белых понадобилось? Военная тайна. Знаю я ваши военные тайны. В прошлый раз мне Петь кто ж свою военную тайну обещал показать? Твоя одежда реквизируется для нужд мировой революции. Знаю я ваши революции. Вы, Василий Иванович, еще в прошлый раз мне революцию обещали. А толку-то? Значит так. Это за... Да ты... Я-то разденусь, мне не трудно. Только вам-то что с этого? Как что? Возьмем? В смысле, одежду. Вот-вот. Как раз ее-то я вам и не дам. Раз. Раз, раз. Раз, два, три. Мадам, что вы делаете сегодня вечером? Мое свободное время... А как насчет в баньке попариться?
Я вообще-то насчет баньки не очень. Но от такой хорошей компании отказаться трудно. Значит, договорились. Я бы с удовольствием сходила. Только там, по-моему, уже занято. Занято? Ну да. Там, по-моему, уже давно эти, как их там, анархисты сидят. А, эти? Так кто ж разве анархисты? Да если это анархисты, то я тогда Майк Тайсон. Во! Это кого ты сейчас, Петр, так смачно послал? Алкаши они, а не анархисты. Им бы только в карты дуться, да водку пьянствовать. Тем более. Сходили бы, да разогнали эту веселую компанию. А что, Василий Иванович, исходим. Как говорит Фурманов, нам это расплюнуть. Вот и отлично. А прогоните их и приходите. Если банька свободна, то я всегда с удовольствием. Проверка. До встречи. Если выбить подпорку, дом рухнет. Это было бы еще полбеды. Будь я уверен, что успею вовремя отскочить. Спрятаться в от кого? Лучше ее не трогать. И пробовать не буду. Этот ключ служит только для одного. Открыть свой замок. Этот ключ... В шкафу зачастую можно найти что-нибудь полезное или бесполезное. Лучше ее не трогать. Превратился бы ты, самовар. Толчай ты уже! В дом надо тащить, а не из дома! Ухват, вещь, конец! Ухват, ухват! Готовить? Не хочу! Не умею!
умею. Я ведь красноармеец, а не повар. Я не могу использовать это. И пробовать не буду. В дом тащить надо. Часы хорошо вписываются в окружающий интерьер. Будет кощунством забирать их отсюда. Я не могу взять это. Я не могу использовать это. Чего тебе, Петька? Счастье в нашем деле никогда не помешает. Тем более, мы же как-никак кавалеристы. Вдруг подковать кого придется. Только висит она как-то высоковато. Не достать. Много раз. Ну? Счастье в тем только не до... Что? Зачем? Много... Да? Что ты хотел спросить? Подкова, прибитая над дверью, приносит счастье, если только на голову не грохнется. Много... Не до разговоров сейчас. Это дверь в баню. Деревенские ребятишки иногда раз... Ну мы-то с Василием Ивановичем уже взрослые люди. Нам это совершенно ни к чему. Заперто. Я не могу взять. Я не могу использовать. Только не при Василии Ивановиче. Зачем? Зачем? Если дыма из трубы нет, значит, сейчас там никто париться не собирается. Интересное кино, Василий Иванович. Тут...
Прихватим прутик, отхлещем кого-нибудь при случае. Банка уж больно грязная. Я не могу использовать. Зачем? Я не могу. Потом, в другой раз. Так использовать резиновый матрасик не получится. Хорошо бы его сначала надуть. Так использовать резиновый матрасик не получится. В другой игре. В другой жизни. Нет. Никак. Я не могу использовать. Я больше такого... Зря ты так, Петька. Хорошая же лекция была. Я бы, например, еще немного поспал. Чего тебе, Петька? Постараюсь взять себя в руки. Бывай.
нам дырявое ведро. Я не могу взять. Я не могу испугать. Ой, дерево! Только ураганом свалить можно. Все провода оборвало. Краеды, видать, подточили. У них зубы, что бензопила. Мам, таким топориком только сучья рубить. Сучья, говоришь, Петр? Отставить ругаться! Макароны – еда итальянская. Употреблять с умом надо. Класть в рот только вдоль. Дешевое и практичное средство передвижения. Когда я был маленьким, у меня был точно такой же. Это дедушка Ленин. Говорят, он очень любит детей. И красноармейцев. Интересно, а женщин он тоже любит? Эту красивую коробку импортных папирос беляки потеряли при отступлении. К сожалению, она не продается. Попить прих и вдоль опыта. А чё я там не видел? Нечего тут, Петька, моими руками анархию творить. Возьмем халява, стиль нашей жизни. Пить не найдется. Приходят всякие бойцы новоявленные. И все пить требуют. То ли спирт, то ли спрут. Ох уж мне этот попить у нас теперь только по талонам. Там Фурманов приказал.
Талон мне давайте, будет вам попить. А раз нету талона, нечего разговаривать. Я не могу использовать это. Зачем? Точно! Подделка! Сейчас мы ее Фурманову отнесем. Вот какая должна быть настоящая банка. Смотри, Павлик. Так использовать спирт не получится. Ого! А вот это мой размерчик. Маловато будет. Маловато. А по-моему, в самый раз. Так использовать. Так использовать. Вот возьмем колодец, а как его потом носить? Из него же вся вода выльется. Сначала хорошо было бы его отвязать. Нам не нужна старая веревка. К тому же она еще и мокрая. Отвязать ведро у меня не получится. Порвать веревку тем более. Чё б такого придумать? Thank you.
Ему бы лучше махорочки. Так, используй. Чем? Помощь бы пригодилась. А только что вы можете? Я и Первую мировую войну начала, и в Ленина стреляла, и атомную бомбу тоже я придумала. Круче меня только горы. Может, напугать ее? А у меня даже пугало нет, чтобы пугать ее. Да не испугается она. Было у вас в запасе, кажется, что-то страшное. Правда, Василий Иванович? Ты в нее камнем запустил. Попадешь в нее, пожалуй. Скачет, как угорелая. Уж не сидится мне. Я свободная птица в свободной стране. Утомила меня. Вы бы знали как. Уснуть невозможно, а? За секунду все сметает. Ты в ее по голове палкой. Сам бы попробовал за этой увертюрой не угнаться. Естественно, 5 лет аэробикой занималась. Да и устал я, спать хочу. Счастливо. Сделать уголо? Идея неплохая. Но если не сработает, матрос останется совсем безоружным. Лучше попробовать как-нибудь по-другому. Thank you.
Бери сам, Петька. Я не могу взять это. Насыпь слишком крутая и высокая. Так просто его не достать. Зачем? Чего мне по крышам лазить? Мне, Петька, на крыше делать нечего.